Даур, а мы должны что-то сказать вначале? Я думаю, что тут можно без сломов. Хочешь, можешь потрештокать чуть-чуть? Потрештокать? Я готов тебя послушать, да. Я просто не понимаю, мы в эфире сейчас уже? В эфире уже. А игра когда начинается у нас? Игра начнется после рестарта. Ты можешь пока потрештокать немножечко. Поверится. Да. Ну, все будет хорошо. Ты главное не переживай, смотри. Если ты нервничаешь, просто вдох и выдох. Глубокий вдох и выдох. Дыши через нос. Да, да, все правильно. Все, игра началась. Желаю тебе удачи. У тебя есть 2 минуты, чтобы взять много. Давай, поехали. Количество раундов. Тихо. Так, и сколько у тебя максимум взяли? 6, да? За 2 минуты. Так ты только не прячься от меня, слушай. Я хочу больше, чем 6. Давай так, я тебе даю все шансы. Ладно, я ВП не буду пока брать. Так ты... Что там? Гранат нет, к сожалению. Что ты там говорил? Я просто плохо слышу тебя. Жестко. Как это дефолт? Я думаю, что Петрик тренировался дома. У вас нет такого ощущения? Пока мы тут все. За КТ сильнее играть. У тебя есть юз. Да? Да. А, ну да, в принципе. Против этого. Против кольта. Ты вспомнил. Нет, Петрик! Не куда надо. Лезешь, Даур? Куда лезешь? 4-3, 4-3. Как так? У нас серьезный матч. Надо относиться по-серьезно. Нет, ну... Так не надо делать. Ты же понимаешь, что я все-таки умею стрелять, а не это. Так, надо еще шестой? Напряженная борьба. Нет. 10 секунд. Не прячься, Даур. Давай. Я прячусь, все, нет. Ай-яй-яй, просто прячется от меня. Так и запишем. У нас замес тихо. Это last раунд. Last раунд, 2 минуты. Слышишь? Петрик, берешь раунд, ты выиграл эту встречу первую. Так ты просто прячешься, ты секунд. Так, а что мне делать? Я как крыса играю. Ты где вообще? Ты выиграл, 1-0. 1-0 идет, Петрик. И что, ты уже это? Обосрался? Мы что-то не так сказали? Соберись, Даур, давай. Ты же чемпион мажора, что за? В чем дело? Конечно. У нас best of 5, я правильно понимаю? Что такое? Что по стрельбе, Даур? А что такое? Ты мне на пуль не попал, батуха. Ну я просто когда заходил, туда попал. Да, согласен. Ты возьмешь сколько можешь. А, нет, да, все правильно. Петрик теперь прячется. Понимаете, Петрик теперь прячется. Я сейчас проигрываю Петрику, пацаны. Заходите к нему на канал на YouTube. Всем на Твиче напоминаю, что он еще за сильную сторону все это время играет. А, ты хочешь перейти? Давай, можно поменяться, если хочешь. Да, я ради баланса этой игры готов, чтобы ты играл за сильную сторону. Хорошо. Даур. Смотри. Сейчас все будет, Петрик. Сейчас все будет. Ну давай. 2 минуты, да, у нас? Да, 2 минуты. Сейчас все будет. И главное этот. Знаешь, не зря сегодня Copenhagen Games проиграли на шоу-матче Гитрайта. Нет такого ощущения, что в этом есть какой-то подвох. 4, 5, ты все рядом, ты рядом. Делать пару фрагов. Блин, я был шанс сейчас. Сколько я тебе 2 раза подряд оставляю хп, да, там вообще? Да. Я же там же. 30 секунд, Петрик. 30 секунд. А ты... Ты жестко стреляешь. Он жестко стреляет. Я вам серьезно говорю, он жестко стреляет. Мне не нравится эта перестрелка, я, пожалуй, пойду на свою позицию. Это last round. Сейчас меня Петрик уберет, тихо, пацаны. Да.
Let's go! Время закончилось, да? 2-0. Нервишки, нервишки шалят уже, да, Марк? У меня нервишки шалят, нереально. А все почему? Сколько у тебя часов на Сайбершоке наиграно, а, Дал? У меня... У меня явно больше. У меня немного наиграно. Давайте нам рестарты. Блин, у меня выигрывает 2-0 Петрик. Да, ты должен обрадоваться, что это best of 5, да? Ты что такое? Иначе здесь, бы здесь это... Здесь есть подвох, я чувствую, отвечаю. Это здесь что отвечается, да? Здесь читы. Здесь читы, отвечаю. А нет, тут просто хладнокровие и скилл. Это читы. Друг под друг от Петрика. Я прям чувствую, это все нечестно. Все нечестно. У нас, то есть на ты меня сейчас здесь... усилил, что подруг? Вы на студии мне подкрутили здесь все это какого. У меня ничего не работает. Понимаю, о чем ты. Это отмазы какие-то дешевые. Не, я отвлекаю твой этот. Я сейчас, смотрите. Ну куда же ты? Это жесткая тактика, согласен. Вот, ты жестко попал сейчас. Я должен был оторваться сейчас, но я не оторвался почему-то. Бля, Петрик жестко стреляет. Что за херня, я не понимаю. Я начинаю нервничать, Петрик. Как дела, Даур? Нормально все? Я начинаю нервничать. Если ты меня сейчас 3-0 уберешь, и все, на этом закончится этот матч. Ребятам просто надо потянуть больше времени, потому что финал только через там некоторое время. Да. Поэтому ты можешь мне поддаться, и мы сыграем еще больше матчей. А сколько у нас времени еще? 4 секунды, я веду 6-5. Я начинаю, да. Можно просто прятаться, да? Да просто нельзя. Прятаться. Теперь нет времени прятаться. Нет. Это аим просто чистый. Я не могу проиграть этот трип, нет? Лява. Какая напряженная штука. Тихо. Напряженочка пошла. 10 секунд. Я АФК встану сейчас, Петрик. Жестко поставил сейчас. Последний фраг, слышишь, Петрик? Нервничаешь, да? Я очень нервничаю. Где? Тихо. 3-0, либо я делаю камбэк. Ты хотел меня с глока убить? Но это слишком, это слишком. Ладно, даю тебе шанс. 2-1. Ну ты зря сделал, у тебя был шанс меня убить и выиграть эту встречу, но теперь... Да, я просто понимаю, как бы ты себя чувствовал, понимаешь, если бы сейчас это все закончилось 3-0, это были бы заголовки. Да, вроде бы. Ты еще хочешь профессионально в КС играть, правильно я понимаю? Конечно. То, что тебя в команду-то возьмет. Сейчас увидим. Давай, покажи характер. Характер. Включаем жестко. Я понял, я после Петрика нельзя стоять на эти позиции. Позиция называется на Петрике. И она не просто так называется. Я подозреваю, что Петрик тренировал все это время на имке. Нет, другого шанса нету. Другого шанса нету. На самом деле, вообще, я уже не знаю, сколько лет в КС не играл. Да? Да, я тоже самое. Я извиняюсь. Я просто думаю, что я на своем стриме. У меня на стриме просто очень интересно, поэтому. Петрик. Ты начинаешь потихоньку напрягать. Мне теперь приходится из тебя играть аккуратно. Ты не переживай, все будет хорошо. Ну блин. Все будет нормально. Спокойно. Вдох-выдох. У меня уже клавиши не нажимаются, да, ты меня выиграл. Логически. У тебя этот, как его? Переиграл просто. Не, у тебя просто сейчас нервы играют, шалят. Ты помнишь, тебе говорил, вдох, выдох. Через нос дыши. Будет хорошо. Мне нужна пауза. Это я уже проиграл. Тактическая? Давай это. Да.
Давай переговорим. Думаем тактически. Да, давай. Можем позвонить к Зонику. Не, к Мише Кейну скорее. Мише Кейну? Да. Давай звоним. Алло, Миша Кейн, подскажи, как мне это выиграть? Тебе нужна пауза? Ты готов? Нет, подожди, да. 2-2. Мне нужно поймать дзен, выдохнуть, успокоиться. Сила, и просто наказать тебя без шансов. Ко мне, Михалыч. Мне нужно выиграть Петрика. На имке. Поехали. Конечно. Пошла жара. Последние 2 минуты. Ума! Это чемпионская битва? Да. Нужно на фулл фокусе. Ты знаешь, ты чем больше напрягаешься, тем хуже ты играешь. Я абсолютно спокоен. Я вот, мне интересно, как ты так убиваешь, передвигаясь, типа, на ходу стреляешь? Думаешь, что ты стоя убиваешь? Ты тоже меня двигаешься в картинке. То есть я тоже вижу, что ты двигаешься. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это неправда. Так, что мы молчим? Напряженный момент был или что? Я вижу, как Петрик тактически. Вижу, как Петрик. Ничего. Петрик тебя будет пушить. Петрик, знаешь, где я? Да. Я прячусь от тебя. Петрик, я прячусь от тебя. Ты, все нормально, братуха. Ты этот... Я просто тактически чуть-чуть подкован. У тебя был шанс, ты понимаешь? Ты упустил этот шанс еще 2 раунда назад. Смотри, видишь, вот так вот и проигрываются мажоры. Я себя чувствую как Астралис, знаешь, в полуфинале Кракова. Астралис? Да, это просто вот это вот состояние. Мы сейчас поставим паузу и будем. Ой-ой-ой, не-не-не, тут дело скорее, знаешь, тут дело скорее не во мне, тут дело скорее в тебе. Ты поймал кураж, ты изначально был типа задушен мною без шансов, ты, а видишь, потом почувствовал. Ты дал мне шанс просто, как его? Вот, блядь, ну что это, ну это просто ты вешаешь. Нет, ты мне дал шанс просто поверить в себя, на самом деле я не верил вначале. Ой, да, конечно, ты даешь. У тебя был шанс меня выиграть, но я... Проигрывал 0-2. Ну ГГ, это да. Это была равная борьба. Это ты, респект что-то, Петрику. Ты что-то знаешь в этой игре. В этой игре что-то я знаю, я просто давно не играл в нее. Но надо отдать должное Петрику, потому что он стреляет действительно хорошо. Наверное, он много готовился на... Может, и давно не играл, но готовился на Кибершоке. Слушай, ну не знаю, как ты, я нереально вспотел. Вспотел? Да, я старался. Я только разогрелся. То есть это, ну, было очень интересное противостояние, я тебе так скажу. Да. Ну, как говорится, я не ударил лицом в грязь, и Петрик, в принципе, показался достойным, поэтому все довольны. Видишь, то есть получается взаимовыгодная ситуация. Да, взаимовыгодная ситуация. Это был на самом деле сценарий, мы так и планировали с ним, что у меня выигрывает сначала 0-2, а потом я делаю камы, чтобы было беде. Кстати, ты любишь музыку? Я люблю только одну группу, такая финская, которая Easy Friends поет песню, так, знаешь? Ну вот, короче, сейчас будет для вас играть музыка на стриме от диджея, не знаю, там, какого-то места вот. Ну, я понятия не имею, кто это. Давай посмотрим. Поэтому ребятам... это диджей Энд, да, поэтому удачи и смотрите.